секрет которой откроешь в пшеничной мягкости. Хугарден безалкогольный. Доброе утро, это программа «Стартап» на РБК. С вами Вероника Романова. Уже который день на картинку за окном в Москве кто-то накладывает фильтр Silent Hill. Но зато такая погода не отвлекает от рабочих процессов. Всего 2 дня у нас остается до выходных, чтобы улучшить свои KPI. В этом мы вам поможем. В реальном времени на наших экранах обновляются ленты новостей, котировки погоды и пробки. А в главном окне то, что нужно не просто знать, но еще и видеть. Поэтому начинаем с утренней гимнастики, с нашим видео дня. На нем супер дедушка из Китая делает солнышко на турнике. Вот так москвичи наконец и увидели солнышко, хотя бы в нашей программе в рубрике «Видео дня». Мужчине 69 лет, и как только он появляется на площадке, местные жители тут же собираются, чтобы подивиться его умением. Не Юан Минь призывает себя, простите, прокручивается ногами к турнику и делает солнышко в разные стороны. Причем упражнение китайцы выучил всего за пару месяцев. И это видео в интернете сразу же набрало огромное количество просмотров. Вот она, истинная воля к победе и сила духа. Это стартап на РБК, и мы переходим к деловым серьезным темам. Центробанк за полгода выявил более 1000 так называемых черных кредиторов. Нелегальные компании выдавали себя как микрофинансовые или микрокредитные фирмы, а также маскировались под ломбарды и лизинговые компании. Помимо них в России нашлись и 154 финансовые пирамиды. Представители регулятора предложили включать организаторов и участников незаконных схем в список лиц с отрицательной деловой репутацией. Но такое наказание можно еще и оспорить. Впрочем, есть более жесткие идеи. В частности, ввести уголовную ответственность за подобную нелегальную деятельность. Такое предложение поддерживает и Генпрокуратура, и Минфин. Сейчас черным кредиторам грозит лишь незначительный штраф от 20 до 50 тысяч для физлиц и от 200 до 500 тысяч для юрлиц. Как отмечают чиновники, это мелочь по сравнению с доходами мошенников. Мы спросили у экспертов, на что обратить внимание, чтобы не попасть в руки черных кредиторов. И микрофинансовый, и банковский сектор, они являются регулируемыми, поэтому прежде чем вы предпочтете взять кредит даже на небольшую сумму у того или иного юридического лица, имеет смысл убедиться на сайте Центрального банка, что это лицензированная фирма, она отвечает всем требованиям текущего законодательства. После этого обязательно, конечно, это мы не обсуждаем, надо ознакомиться с условиями договора, даже с самыми мелкими шрифтами, то есть взять как бы острительную лупу, обязательно рассмотреть все, что там может быть самым маленьким шрифтом указано. Если есть какие-то сомнения, попросить некий комментарий. Ну а легальным микрофинансовым организациям сейчас стоит готовиться к нововведениям. Например, им запретят выдавать кредиты под залог жилья. Об этом расскажем совсем скоро. Пока переходим к нашему опросу в телеграм-канале «Стартап», нижнее подчеркивание RBC, в официальной группе РБК ВКонтакте. Мы вместе с вами эту же тему и обсуждаем. Надо ли запрещать микрофинансовые организации? Пока мнения зрителей разделились поровну. И почти по 40% набирают варианты. Да, из-за них бедные становятся еще беднее. И вариант запрещать нет, а вот усилить контроль – да. Заходите, подписывайтесь, голосуйте и помогайте нам проводить свое собственное максимально объективное исследование с участием наших зрителей. О погоде расскажу. Метеорологи не прогнозируют выпадение снега в Москве в ближайшие выходные. Такие сюрпризы возможны только в европейской части России. Там в воскресенье температура воздуха понизится на 5-7 градусов. А в Москве, как обычно, ливни. Да, уже это обычное дело, действительно, почти как в Петербурге. В течение дня сегодня дожди возможны. Зонтики берите с собой. К обеду воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Ветер слабый, с порывами до 7 метров в секунду. Зато атмосферное давление в пределах нормы. Плюс 17 за окном в эти минуты. Пробки
на дорогах столицы тоже немножко подросли. 2 балла из 10 возможных уже по оценке сервиса Яндекс. В целом, вполне приятная ситуация. Лишь на Волгоградском проспекте небольшое затруднение от улицы Академика Скрябина до метро Кузьминки. Почти 2 километра стоят в течение 10 минут. Предлагаю узнать главные новости последних минут. Полиция пришла с обысками к незарегистрированным кандидатам на выборы в Мосгордуму. Подробности в выпуске. Следственный комитет с понятыми 8 человек пришли меня обыскивать в качестве свидетеля по вот этому делу, которое они сегодня возбудили, об оказании влияния или как там, это правильно, препятствия деятельности избирательных комиссий. В 10 вечера стало известно о следственных мероприятиях в квартире у экс-депутата Дмитрия Гудкова. Жена политика написала у себя в Фейсбуке. Обыски связаны с уголовным делом о воспрепятствовании работе избиркомов. Гудков в статусе свидетеля проходит по делу об организации митингов и пикетов у здания Мосгордумы, сообщила РБК адвокат Оксана Паренко. Из квартиры изъяты 3 ноутбука, системный диск компьютера, флешки и айфон. Гудкова вызвали на допрос сегодня к 10 утра. Его отца, бывшего депутата Геннадия Гудкова, также вызвали в следственный комитет. Позже стало известно, что полиция пришла и к директору ФБК Ивану Жданову. Сразу после обыска его увезли на допрос в Следственный комитет. Жданов отказался отвечать на вопросы следователя, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Протокол допроса у себя в Твиттере опубликовал адвокат Владимир Воронин. Ближе к полуночи правоохранители также пришли к незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Александру Соловьеву и муниципальному депутату району Митина Николаю Баландину. Их не было дома. Все, к кому пришли с обысками, баллотировались в Мосгордуму. Вот другим независимым кандидатам, муниципальному депутату Юлии Галяминой и юристу ФБК Любови Соболь, ночью позвонили следователи и потребовали явиться на допрос в 10 утра. По какому уголовному делу не уточняется. В среду СК возбудил уголовное дело из-за несогласованного митинга у Мосисбиркома с 14 июля. Следствие считает, что участники акции угрожали применить насилие против членов избирательных комиссий. МВД оценил количество собравшихся в 1000 человек. Накануне Элла Памфилова заявила, что ЦИК тщательно рассмотрит обращение несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму, если Мосисбирком не удовлетворит их жалобы на отказ в регистрации. При этом она удивилась, что некоторые кандидаты требуют зарегистрировать их без проверки подписей и документов. Это либо незнание законодательства, либо уловка, считает глава ЦИК. Вот это предложение, что всех чухом вот так вот зарегистрировать без всяких проверок, у некоторых оно базируется на том, что на нежелании, чтобы как раз вот мы так прозрачно и открыто проверили, а что же у них там на самом деле. Не то, что декларируется с митинговой трибуны или вот в прессе, а на самом деле, каково состояние, действительно реальные подписи, какие там документы в порядке. Но во вторник на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой оппозиционеры пожаловались, что окружные комиссии забраковали большинство собранных ими подписей. По их мнению, члены комиссии намеренно допускают ошибки в именах, фамилиях людей при вводе данных в автоматизированную систему. И подписи в результате признаются недействительными. Все жалобы Мосисбирком готов рассмотреть в течение 10 дней, как того требует законодательство. Однако оппозиционеры утверждают, все бюрократические процедуры слишком длительные, а время на агитацию уходит. 75% россиян не хватает денег до зарплаты. Данные исследования сервиса онлайн-кредитования Robert Zaimer опубликует РИА Новости. Почти 40% опрошенных заявили, что нуждаются в дополнительных 10 тысячах до следующей получки. Примерно 6-8 тысяч не хватает 7% респондентам. 8,5% не хватает 5 тысяч рублей, 10% 3-4 тысяч. 11,5% россиян необходимо 1-2 тысячи рублей к зарплате. При этом лишь у 5% россиян остаются излишки на сбережения. По данным Росстата, половина граждан, которые работают на крупных и средних предприятиях, получают менее 34,5 тысяч рублей в месяц. А вот рост реальной зарплаты в первом полугодии составил всего 1,8%. Северная Корея запустила 2 ракеты, сообщает Ренхап. Они пролетели 430 километров над Японским морем. В Сеуле и Токио максимальную высоту оценили в 50 километров. Там заявили, что это были снаряды малой дальности, похожие на те, что Пхеньян запускал в мае. Военные Южной Кореи находятся в состоянии боеготовности, и они связывают пуски с летными учениями в КНДР. И в Японии отметили, что запуск не угрожал безопасности страны, и снаряды не долетели до ее исключительной экономической зоны. Но если ракеты были баллистическими, это грубо нарушает резолюции Совбеза ООН, подчеркнули в Токио. Тип снарядов определяют специалисты из Штатов, Японии и Южной Кореи. В последний раз Северная Корея проводила запуски в мае. Испытания баллистических ракет Пхеньян заморозил в июне прошлого года.
Это стартап на РБК. Продолжаем. Йена – лучший защитный актив, даже лучше золота. По крайней мере, так считают аналитики американского банка Goldman Sachs. То есть, если случится какое-то экономическое потрясение, лучше всего защититься от рисков и шоков тем инвесторам, которые вложились в японскую йену. По мнению экспертов, йена сильно недооценена. В 2019-м она укрепилась по отношению к доллару лишь немногим больше, чем на 1,5%. И по прогнозам, сейчас эта валюта продолжит расти. При этом золото, которое считается эталоном стабильности, поднялось в цене на 11% и сейчас находится на своем пике. И опытные инвесторы думают, что оно подешевеет аж на 4% к следующему году. Те, кто живет в Японии, для них то есть нахождение в йене очень выгодно. А для иностранных инвесторов покупать йену, каким бы защитным активом оно ни являлось, всегда это будет стоить денег, и как бы нужно подходить разумно к этому вопросу, исходя из того, вообще какие цели преследуют инвесторы, какие активы у него есть в его портфеле. Если россиянин среднестатистически никаких товаров напрямую из Японии не покупает, то покупка японской йены для него не будет решать никаких вопросов. При этом те сбережения, которые он заморозит в японских йенах, не будут еще и при этом не приносить никаких доходов. Так что для россиянина, на мой взгляд, покупка японской йены будет абсолютно бессмысленной. А курс евро по отношению к рублю упал до уровня марта прошлого года. Чем вызван этот обвал, предлагаю спросить у нашего финансового обозревателя, тем более, что Владимир Левченко как раз появляется в эфире. Володя, может ли евро подешеветь еще сильнее? Доброе утро всем. Ну, действительно, мы вот видим на графике, это хорошо заметно, что евро как раз вернулся на те уровни, которые были до вот этой санкционной интриги в начале весны прошлого года, и связано это с двумя факторами. Ну, во-первых, есть действительно большой приток капитала горячего в нашу страну. Это делает рубль таким дорогим, какой он есть сейчас. Ну, и плюс ко всему, конечно, цены на нефть тоже манипулятивно удерживаются на высоких уровнях, несмотря на плохую общую мировую макроэкономическую ситуацию. То есть, с одной стороны, это обеспечивает стабильность некую в нашей стране, с другой стороны, мы видим, что ситуация в мире продолжает становиться все хуже и хуже, и в основном это бьет по единой Европе, именно по промышленному сектору Германии. На этом фоне процентные ставки по немецким облигациям сейчас являются практически самыми низкими вообще в мире. Накануне, на фоне отвратительной европейской макроэкономической статистики, процентные ставки по десятилетним облигациям немецкого правительства падали почти к отметке -0,4%. Соответственно, это все стимулирует спекулянтов занимать в евро, занимать в долларах под низкие процентные ставки, ну, в евро даже под отрицательные, ну, и, соответственно, конвертировать эти евро в рубли и размещаться у нас в облигации федерального займа, пока инвесторы других рисков не видят, ну или видеть, соответственно, не хотят. Ну и следующий момент. Сегодня, кстати, будет заседание Европейского центрального банка. Эксперты ждут, что ЕЦБ будет еще более мягким, и курс евро снижается действительно фронтально. Сейчас он приближается к отметке в 1.11. Если действительно ЕЦБ даст какие-то намеки на дополнительную слабость свою, то курс евро может уйти к доллару по отношению ниже отметки в 1.11, что автоматически приведет, естественно, и к падению евро по отношению к рублю. Но вот отметка в 70 рублей, почти до нее вчера евро снижался, выглядит достаточно важным. А при этом в какой-то более долгосрочной перспективе говорить о том, что рубль может и дальше расти по отношению к евро, достаточно сложно по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы уже видим, что текущий курс, он фактически блокирует весь несырьевой экспорт из нашей страны. Он уже стал неконкурентоспособным. Об этом нам рассказал наш Росстат. Плюс ко всему, мы видим, что слабость испытывает как раз-таки европейский промышленный сегмент, то есть уровень активности в промышленном сегменте Германии, он на минимуме вообще с пика кризиса прошлого 2007-2009 годов, и, соответственно, текущие цены на сырьевые товары при такой слабости промышленного сегмента, который, собственно, и является потребителем основным этих самых сырьевых товаров, они очень сильно диссонируют. Соответственно, в какой-то момент при продолжении вот той тенденции, в любом случае, это скажется и на
развивающихся рынках, ну и тем более на таких странах, которые полностью зависят от поставок сырья на мировой рынок. Поэтому вот здесь, возможно, мы какой-то сейчас баланс найдем. Ну и, конечно, все внимание обращаем на действия мировых регуляторов. Пока вот такое бегство за доходностью привело, например, к тому, что накануне главный мировой американский индекс широкого рынка S&P 500 очередной раз обновил исторический максимум, закрывшись там выше отметки в 3020 пунктов. Спасибо. Это был мой коллега Владимир Левченко. Он еще появится в нашем эфире, расскажет о самом главном и интересном на мировых финансовых рынках. А я расскажу о том, что только за прошлый год в России зарегистрировали более 50 тысяч изобретений. Для сравнения, в Китае за этот же период в реестр внесли больше миллиона. В основном во всем мире большая часть документов выдается в области IT. В нашей стране в последние годы цифры просели до уровня десятилетней давности, в том числе из-за не очень прозрачной процедуры. Правда, в 2018 они все-таки начали повышаться. Как обезопасить свое научное открытие и избежать ошибок, рассказали в материале РБК ПРО. Чтобы открыть подробную статью на эту тему, просто отсканируйте QR-код, который вы видите в левом верхнем углу нашего экрана. Ну, а мы же расскажем коротко самую суть. Для начала надо понять, что необходимо патентовать. Это могут быть, например, технические новинки, лекарственные препараты или даже дизайн бутылки и новый вид арбуза. Главное, чтобы изобретение уже до вас никто не придумал. Чтобы это проверить, надо заняться анализом патентной частоты. После этого уже можно составлять заявку. Кстати, в ней необходимо указать всех, кто работал над созданием технологии. Изобретением может быть технологическое решение в любой отрасли, применимое к продукту или способу. Для того, чтобы быть запатентованным, продукт должен быть новым, промышленно применимым и иметь изобретательский уровень, то есть быть неочевидным для любого специалиста в соответствующей сфере. Стоит помнить, что законодатель установил несколько ограничений в отношении объектов, которые могут быть запатентованы. Например, не может быть запатентована программа для ЭВМ. В России может появиться единая база данных о жителях страны. Госдума уже рассматривает этот законопроект. Все наши документы, вся информация по задумке должны будут храниться в одной базе в электронном виде. Но безопасно ли это? Эту тему обсудили мои коллеги в проекте «Что это значит?». А на прямой связи со студией был Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям связи. Федеральная налоговая служба достаточно уже давно агрегирует огромный объем данных, и мы давно уже не видим каких-то разоблачений, что были утечки и так далее. Поэтому здесь я бы беспокоиться не стал. Мы, наоборот, это приветствуем. Мы считаем, что ближайшие там, год-два, когда объем данных будет достаточный, это позволит очень эффективно бороться с коррупцией. Потому что, как говорится, между строк читается. Если мы берем чиновника, берем его доходы, берем доходы его семьи, а как мы знаем, там вся цепочка всех родственников будет прослеживаться. Берем доходы, берем расходы, и если там сильная разница, то сразу налоговый инспектор приглашает родственников на беседу. Программа «Что это значит?» выходит в эфире РБК каждый день в 18:45. Не исключение и сегодняшний вечер. Не пропустите, ну а мы продолжаем утренний выпуск. Уже в сентябре Apple представит 3 версии новых смартфонов. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на собственные источники. Среди главных новшеств – более быстрый процессор, обновленная технология, которая распознает силу давления на дисплей, и тройная камера в старшей модели. Один из объективов – сверхширокоугольный. В остальном почти все, как у предшественников. Тот же фирменный разъем для зарядки и наушников, да и разрешение экранов прежнее, как у iPhone XS. Зато размеры дисплеев разные. Точные диагонали пока неизвестны, но ранее сообщалось, самый большой получит iPhone 11 с приставкой Max. Станут ли новые яблочные смартфоны очередным прорывом на рынке мобильных технологий? Вот что думают эксперты. Я сильно сомневаюсь, что Apple удастся создать новый тренд на рынке мобильных телефонов с выпуском нового аппарата. У меня есть надежда, в принципе, что Apple может удивить в этот раз только добавлением новых датчиков в телефон. Потому что корпорация давно делает акцент на здоровый образ жизни, на медицину и прочее. И, видимо, в этот раз единственное, что может она сделать, это эти датчики использовать в каких-то, допустим, спортивных упражнениях. То есть вы ставите телефон и делаете йогу, а телефон говорит, правильно вы делаете или нет. Это все зависит от мощности этих датчиков и как будет Apple их применять.
А блогер Максим Хорошев тоже считает, что не стоит ждать прорыва от Apple, разве что компания наконец-то сделает упор на камеру. Самое обидное то, что в новых айфонах у нас не появится порт USB Type-C. Останется Lightning, а это удобно, потому что вот у меня здесь MacBook стоит, в нем USB Type-C, у меня в кармане Android смартфон, там USB Type-C, а в iPhone, вот в iPhone 10s Max по-прежнему Lightning, и судя по моим данным, Lightning останется. И к другим темам. Оформить европротокол можно будет онлайн. В пилотном режиме сервис начнет работать уже в ноябре. Правда, только в столичном регионе, а еще в Петербурге и Ленобласти. Главное отличие – вызывать дорожных инспекторов на место ДТП не обязательно. Все, что потребуется – мобильное приложение или портал госуслуг. Через них автомобилист должен отправить номер водительского удостоверения страхового полиса, данные о регистрации машины и фото с места аварии. Результаты рассмотрения придут в автоматическом режиме. Кроме того, все данные водителя будут храниться в личном кабинете на портале госуслуг, и оттуда информацию можно легко отправить страховщикам или, например, оформить ОСАГО. Звучит, конечно, привлекательно, но есть ли какие-то риски? Об этом мы спросили у специалистов. Возникают всякие новые риски мошенничества и приходы в эту сферу, ну, грубо говоря, хакеров, которые хорошо нам знакомы по банковской области и так далее. И учитывая, что страховщики и так измучены разного рода жульничествами, для них это может оказаться еще одним тяжелым ударом. Вот. Здесь главная проблема, собственно, не с тем, что старые мошенники будут использовать новую систему для оформления аварий. Они не будут этого делать, им это невыгодно, они будут действовать по старинке. А основной риск связан с тем, что могут прийти другие жулики, которые, например, будут воровать ваши персональные данные и дальше их как-то использовать. Ну и самое время узнать о культурных событиях этого четверга. Куда поехать, что посмотреть и не потерять время. Афиша от стартапа. В Театре Моссовета покажут спектакль «Морское путешествие» 1933 года по мотивам романа и фильма «Корабль дураков». Режиссер Юрий Еремин на театральном корабле, как и в прежних вариациях, на борту собрались и танцовщицы с аристократами, и бизнесмены со спортсменами, и горбун со стареющими кокетками. Что касается национального разнообразия, то его не пожалели французы, немцы, испанцы, евреи. Все они ждут прибытия в нацистскую Германию и, сами того не зная, несутся навстречу главной трагедии 20 века. Нестареющие альтернативщики Animal Jazz сегодня вернут ваш 2007 на открытой площадке дизайн-завода «Флакон». Миллениалы поймут, в программу «The Best Open Air» войдут лучшие песни за всю историю группы, как и старые культовые хиты, с которыми повзрослело целое поколение. И новые композиции сегодня прозвучат тоже. В российский прокат выходит стильная экранизация Гамлета Шекспира, фильм «Офелия» австралийского режиссера Клэр Маккарти. Классическую историю она рассказывает с точки зрения возлюбленной принца датского, а на первый план выходит именно трагический роман и отношения Офелии с матерью Гамлета, королевой Гертрудой. Мы вернемся.